Добрый день, друзья! Всем привет. Сегодня мы вам расскажем, что мы продали за последние 10 дней. Просим прощения за освещение. У нас сегодня темный день, снег дождем неожиданно И также пошел. еще Да. просим прощения за то, что давно не постили, просто очень много было дел. Ну, надеюсь, Но вам мы зато не другие забыли. видео Да, не, мы не понравились. забыли про нашу рубрику. Вот сегодня мы как раз об этом и По расскажем. настоятельным просьбам наших зрителей. О чем ты хотел сказать? А, ну эти змеиные ковбойские ботинки, помните, я шипел тогда в кадре. Ушли, по-моему, там офер был какой-то 45, что ли, долларов, или типа того. То есть кто-то теперь радуется. Феврале мы их запостили, и они уже были проданы. 26-го, причем февраля. Да, что-то буквально неделю, что ли, они провисели, типа того. Галстуки Ральф Лорен, а винтажные, шелковые, ушли за 24 доллара. То есть мы приняли предложение. Лего-фигурки ушли за 24 доллара. Естественно, они практически ничего не весили. Да. Были запущены 26 февраля, и уже их нет. То есть они что-то неделю Уже всего кто-то провисели. играет. Да, вот так вот Лего в развес может не так отбиваться, а вот отдельные мини-фигурки, как я говорил, вот. Мокасинчики. Это, по-моему, 3 марта они проданы были. То есть 9 дней Но назад. висели с мая прошлого года. Да. Скорее всего, мы приняли предложение какое-то. Возможно, да. Но очень хороший, Allen Edmonds хороший очень бренд, и мокасинчики такие были, поэтому так мы все-таки держались, До старались их до последнего. последнего, да. То есть новые такие, это 150, 170 или типа того. Это очень дорогой бренд. Ну, это Комбайнов. Кузинарт, комбайны, запчасти всегда уходят. Да, и Улетают просто на ура. они были, поскольку это как бы относится к электронике, 50 центов за фунт, то есть это стоило где-то мне вот 50 центов, ушло за 20. И это то же самое. Буквально вот, как вы видите, 26 февраля мы их запустили, и уже их нет. Да, это все разные люди покупали. У меня такое чувство, что они к разным комбайнам. Джон Уэйн, а это новая такое турка, флисовая, ушла за 29 долларов. Но турка, если честно, немножко повисела, да, с 22 года, Да, в декабря. почти 3 месяца висело, да. Мы рассчитывали, чтобы быстрее уйдет клеточка такая Ну и тепленькая. вот к лету, конечно, надо же это пуловер, а то Хока. Женские кроссовки ушли розовые. Тоже быстро ушли. Буквально 27 февраля мы их повесили, и их уже нет. Это вообще редкий случай, когда женские уходят за 39. Это прям очень хороший результат. Ральф Лорен, кофточка женская с этикеткой, за 29 долларов ушла в январе 23 года. Мы повесили, и она уже ее тоже нет. То есть где-то месяца два она повисела. Ну, с этикеткой Ральф Лорен. Это вы, наверное, помните, мы вам показывали в обзорах. Мэрил женские. В марте, 4 марта мы запостили, и уже они проданы. То есть их прям кто-то ждал, клогзы. Да, это вот очень хороший результат, что быстро и за такую хорошую цену женские и клоксы, я честно скажу, не ожидал. Просто был приятно удивлен. А это гольфовые, я не знаю, что это, кроссовка, ботинки. В общем, гольфовые, короче, шузы. Недорого, 29, но я уже знал, что они столько будут стоить. На вес они мне обошлись где-то доллар 3-3,5. Шиппинг у всех вещей разный. Вот тут не смотрите, потому что здесь не совсем точно показывают. Это шиппинг как бы Да, это условный, приблизительный. для нас, которых мы просто как если бы мы сами себе его купили, вот Да. от себя себе бы послали. Air Max я, по-моему, показывал в обзорах. Вот новый еще пока висит. А я уже, правда, сбавил. А этот ушел за 39 сразу. В марте, 4 марта мы его запустили. И буквально через там день-два, что ли. Быстро очень ушел. Зелененькие пользуются спросом. Тоже в обзорах были роперы ариатские.
Ариат хороший такой бренд, Да. солидный, ходит хорошо. Он, видите, 23-го 11 выпуска. размер, 11,5 американский. Это где-то 45,5. Вот так. А это, конечно, тяжелые. Они приблизительно, наверное, 4-5 паундов. Ну да, я думаю, где-то 15 долларов пересылка стоила, да. И вот две пары Хоки. Тоже на вес купили. У этой так подошва была потертая. Ну так, местами. Но не сильно, но, в общем, видно, что в них побегали. Но все равно за 3-4 ушла. А эти даже у них местами ткань с потертостями. Почему 28 я запостил? Если бы они были без каких-то повреждений, это была бы цена 38, соответственно. И все равно ушло очень быстро. Смотрите, с 4 марта. И прям буквально через 2-3 дня. Нам они стоили, я думаю, долларов 3. Да, они Доллар легкие. 3, да. Угу. Да. То есть Хока даже с небольшими дефектами, если они структурно не повреждены, я все равно беру, уходят. Ну, это Наушнички, наушники, да. да, Yamaha. Наушники мы покупаем, как электроника. Да, то есть представьте себе, сколько они стоили, 50 центов Электроника, да. этот фунт, то есть они там 20, что ли, 15 центов. Я их, по-моему, даже не пробовал. Так, чтобы времени тратить. Нормально, отбились. Электроника И, другой кстати, обратите совсем. внимание, то есть эти наушнички еще, у них даже облезают эти, вот которые к уху-то, earpads. Видите, облезают. Это все там было описано, все. Человек все равно купил, потому что хорошие наушнички, оригинальные, Yamaha, так это котируется. То есть электроника стоит 50 центов паунд. О, боты сеттерные, это в моих как-то давно обзорах фигурировали. Ну вот видите, 23 августа. Висели, да, Висели повисели. очень долго. Это Irish Setter, но с замененной подошвой. У них новая подошва, не их не родная. То есть даже, но другая подошва, и все равно купили. Но зато она новая. Да. Она хоть и другая, но прям она нулевая. Так сидит. Мужской американский 14 размер. Ой, я даже не знаю, что за лыжи. Это где-то 48-й, что ли. Ну, в общем, нормально. И они, конечно, тяжелые. Фу! Они, наверное, паундов 6, наверное, весили, да? Ну, что-то там в районе 5 или что-то там. Смотри, какая коробка еще тут по-разному. Да. Так что нормально, люди заплатили за них. Хорошо. Это 49, опять же, только они. А там еще к этому нужно добавить пересылку и налог. Это здесь ничего не учитывается. О, он Клауд от швейцарских инженеров. 39. Это очень хороший результат за женские кроссовки. Просто прям супер. Редкие какие-то популярные Nike или New Balance уходят за такие деньги. 1 марта мы их запостили, их уже нет, они ушли. Размер 9,5 женские, американские. Это где-то, если по европейски 41-й. Видите, мухой прямо И они улетели. легкие, естественно. То есть это они весили, наверное, 2 паунда с Меньше, небольшим. Не, ну, меньше. как правило, 2 паунда. Эти Нет. меньше, Наташ. И, соответственно, они стоили где-то 3 доллара. По Потому что полтора. паунд стоит 1,5 доллара. Да. А эти очень легкие, просто Ну, невероятно так, легкие. если немножко поменьше, да. Ну, это Но! Вулыч пальто мы вам показывали. Ушло оно чуть поменьше за. Не-не-не, это был, мы приняли оффер. А, да, Мы же за 64. 69 его запустили. Видите, 6 Нет, марта. за 54 оно ушло. За 55, Вадим. Да? Да. А. Пальто ушло за 55 Ой, я долларов. уж забыл. Да. Но ушло достаточно быстро. Мы не захотели просто оставлять его до следующего года, потому что сезон заканчивался. Да, мы, честно говоря, и за полтинник его продали, потому Не, что нет, за 55. шерстяную вещь оставлять в лето – это очень плохая идея. Но, в общем, нормально, к лету кто-то купил И себе достаточно пальто. быстро. Да, смотри, да, оно ушло быстро. И мы приняли офер, так чуть-чуть поторговались, и, в общем, нормально, где-то вот за 55, по-моему, да, ушло. Да. Это Wings and Horns ушли. Правда, мы эту толстовку покупали за 10 10 долларов. долларов. То есть тут прибыль не очень большая. Крылья и рога как-то не сильно Но отбились. размер очень маленький. Очень маленький размер. Small и petite еще. Да. Ну, а если бы чуть больше была, я вообще себе бы оставил. Вообще классная очень толстовочка, просто суперская. Ну, ничего, ушло и ладно. Ну, это Ну, понятно. понятно, очередной удав пришел к новому хозяину. Это понятно. Лего, мы тоже вам пока рассказывали, мы все-таки не показывали, потому Да, что мы говорили. много. Это вот у нас несколько таких
балков Лего. Это ушел с домиками так быстро. Вот тот, который просто кирпичи, он даже дешевле за 39, пока висит, нам придется сбавлять. А этот мы запустили еще в августе 22-го. Да. Немножечко повисел. Да. Как правило, рассчитываешь Лего, и игрушки уходят к Рождеству. Но вот тут что-то уже после Да. ушли. О! Это любопытный экземпляр. Это одеяло пуховое. Бушное, заметьте. Это оно не новое, просто в отличном состоянии. Куплен на вес, мы заплатили $5. Это неправильно. Оно давно у нас Да, висит. это неправильно. Это, наверное, мы Мы что-то перепостили перепощивали, их. да. А, кто-то купил, не увидел то, что Да. мы его не посылали, потому что у нас не было для него коробки. Вот, кстати, на eBay можно запостить и написать local pickup only. То есть только если вы не хотите пересылать, там вещи очень тяжелые и так далее. И он у нас с осени это одеяло висело. Мы пытались его продать на местном рынке. Мы еще такой был аргумент, что все-таки одеяло бэушное, и его очень сложно рассмотреть прямо до детали. Побоялись, что кто-то найдет пятно, еще что-то, и потом будет возврат. Но все-таки сдались и продали на eBay. Да, и ушло оно вот что-то буквально позавчера, что ли. По-моему, вот мы вчера даже отвозили Да, коробку с ним да. в UPS. Ага. То есть людям к марту понадобился Пуховое пуховое одеяло. одеяло. Все Но логично. спрашивали очень, желающие были, было много желающих. Ну да, до того, как мы нашли коробку и сделали возможную пересылку, да, несколько людей спрашивало. Ну все, ушло прям с глаз долой, сердце вон. Ну, это понятно, комбо, это уже третий. Уходит нормально. Так, не сказать, что прям вот улетают, ну, где-то он с 3 марта, что, дней за 3-4, что ли. Это тоже я вчера его отволакивал. Сколько здесь стало? Что он А, покупал? сам девайс 10 и пульт 10, 20. Еще осталось у меня два таких. Ну, Ну, вот, то, что мы вчера жорики. говорили, те самые жорики. Мы еще не отправили даже. Да, завтра уйдут. И это вот, видите, здесь написано Authenticity Guarantee, то есть гарантия подлинности. Они пойдут куда-то там, К центр какой-то. в центр какой-то, где их общупают, обнюхают там и прочее, и прочее. И потом уже отправят покупателю счастливому, который просто будет с ними, я так понимаю, спать или на полку их поставить. Не знаю, за $100. ASICS, как правило, не котируется. Хотя, конечно, у ASICS есть дорогие модели, в хорошем состоянии они тоже могут принести. Безусловно, мужские. Эти для бега по пересеченной местности. Ну и как вы видите, они висели с мая прошлого года. Да, чуть ли не год, чуть меньше года. То есть повисели, будь здоров. Скорее Но. всего, может, мы офер приняли даже какой-то, я сейчас не могу Не-не-не, сказать. эти ушли, Наташ. Ушли за Да, 29. я вот сейчас так смотрю, батюшки ушли, я уже забыл даже про них. А я когда даже делал обзоры на ASICS, я забыл, что они у меня есть. Помнишь, я даже их не показал в обзоре. То есть, представляете, уже вот там лежат и лежат где-то. Ну, нормально, 29 это очень хороший результат. Это вот, видите, New Balance, хоть и сделанный в Америке и все такое прочее, но недорого, потому что они, видите, так потертые. Хотя, в общем, состояние структурно терпимое. Ну, я вначале за 30 попродавал где-то, о, декабрь 24, так что, понятное дело. И потом пришлось снижать цену, потому что, ну, что, как-то надо сбавляться. Мэрил. Мерила в обзорах, они где-то были, по-моему, пижонских ботинок или еще каких-то. 39. С июля висят. Да, Висели висели с с июля июля. 22 года, Да, да. и это без оффера ушло прям за 39. То есть нужно было полгода, кого, даже больше, вылежаться. Размер 11 мужской. 45-й. Ну, размер, да. Так-то, в общем-то, они выглядят уродливо, но очень мягкие, очень комфортные. То есть, видимо, знающий человек их купил. А, он, смотри, у него 3000 этих, да, Да. то есть этот Мустанг 6502, он, видимо, То есть знает, что покупал. знает, что покупает, ага. Air Max, новые, они где-то стоят в районе, я думаю, 80-90. У них очень большой разброс цен в зависимости от окраски, там что-то вообще найковские фаны. Но ушли очень быстро. Да, ушли быстро. Еще мы даже не отправили, мы не упаковали. Да, Вот кстати, сегодня да. будем упаковывать. Но человек за них в итоге заплатил где-то в районе 40 с лишним долларов. Потому что это 29 кроссовки, пересылка, налог. Поэтому полцены новых получается, в принципе, Да. нормально. И они не скажут, что прям в идеальном состоянии. В хорошем, но не в идеальном.
Ну и... И последний это фильтр для воздуха. Значит, он стоил мне же 50 центов за фунт, где-то долларов, наверное, 5-6. Ушел за 39. Нормально. Я уже знаю, у меня есть под него коробка, так что... видите, человек отдал за него 39 и 30 еще за пересылку. Но хороший фильтр. Вот тоже, кстати, лежал, никому был не нужен, а я так проверил, так нормально Вот уходит. 21 ноября мы повесили. Да, это читай 4, что ли, 3, 5 месяцев, в общем. Как видите, в общем, достаточно разнообразный ассортимент, Да. но в основном обувь пользуется спросом. Да, обувь уходит лучше всего. Ну, что уходит, то и приходит, то Да, и закупаем. поэтому мы и ориентируемся. Мы стараемся, по крайней мере, в основном на обувь. Ну, то есть даже если, допустим, пара обуви мы видим, не принесет очень много денег, но ее легко запостить, мы берем. Ну, а если нужно отмывать, еще что-то, то это, конечно, нет, мы сразу же отвергаем. Ну, естественно, потому что затраты. Ну, вот такой обзорчик. Да. Спасибо вам. Спасибо за внимание. Всем привет. Всего Оставайтесь с доброго. нами. Хорошего дня или вечера. Да, чего бы то там ни было. Пока-пока.